Министерство природных ресурсов и экологии республики ведет реализацию приоритетного проекта «Экотуризм в Туве», рассчитанного на 2 года. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время завершены торги по определению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения, описанию и получению координат характерных точек границ объектов проекта. Победителем признана АО «Сибирское землеустроительное проектно-изыскательное предприятие». Компания должна выполнить землеустроительные работы, после которых можно будет приступить к следующему этапу – переводу категории земель из сельскохозяйственного назначения в особо охраняемые природные территории, что позволит вести на определенных зонах рекреационную деятельность. В целом проектная работа разделена на несколько этапов. В первый входят решение земельных вопросов памятников природы – озер Дусколь, Хадан, Чагатай, Тарихоль и кластерного участка Тайга в 2018 году. Второй этап, который осуществляется параллельно, включает в себя разработку проектов застройки территории памятника природы, озера Дусхоль в 2018 году и кластерного участка Тайга в 2019 году с утверждением схемы расположения участков объектов проекта зонами размещения объектов инфраструктуры. Затем будут утверждены критерии, предъявляемые предпринимателям, планирующим развернуть деятельность на особо охраняемых природных территориях, что станет третьим этапом проекта «Экотуризм в Туве». Заключительным четвертым этапом станет организация культурного и спортивно-оздоровительного досуга отдыхающих на популярных озерах и кластерном участке Тайга. Проект по созданию условий для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях республиканского значения «Экотуризм в Туве» запущен правительством Республики Тыва, чтобы решить проблему с неорганизованным отдыхом на озерах.